виделись. Да, очень давно. За это время у меня успело столько всего произойти. Я съездила в Грецию, поотдыхала, покаталась на горках. И у меня появился какой-то большой дефицит общения. Собственно, поэтому я снимаю для вас это видео. Это видео будет называться «Мои покупки из Греции, из Родоса». И кому интересно посмотреть такое видео, то оставайтесь со мной. И как всегда, поехали. Покупочек было действительно какое-то космическое количество. Можно даже и так сказать. Собственно, хватит болтовни, давайте перейдем к моим покупкам. Начну, наверное, рассказывать постепенно. Кстати, кто смотрел мой влог «Летим вместе в Грецию», тот видел, что я в аэропорту у нас в Киеве, именно когда еще не прилетела в Грецию, купила себе духи от Escada. Собственно, это лимитированная коллекция Escada Cherry in the Air. Вот. Собственно, изображена вот такая вот девочка, тут 50 мл. Да, очень клевые духи, и они просто потрясающе пахнут вишней. И, собственно, вот такой вот красивый у них бутылек. Если я уже начала вам показывать духи, то сразу покажу вам еще одну пару духов. Когда возвращалась уже в Киев с Греции, в греческом аэропорту себе купила духи Dolce & Gabbana. Я ни в коем случае не хвастаюсь. Самые простые духи Dolce & Gabbana, которые в номере 3, называются Imperatrice. Собственно, вот такой вот у них бутылек. Они просто потрясающе пахнут манго. Ощущу от этого запаха. Итак, я зашла в магазин, который называется Sephora. У нас такой магазин называется Бракат, Бамонт или же Литуаль. Греки, собственно, Sephora. Кстати, забыла вам показать, что вот подарок вот этим вот духам шло вот такое вот колечко. Вот, которое у меня сейчас, собственно, на руке. Да. Было небольшое отступление, давайте уже перейдем к покупкам Sephora. Так, первым я купила вот такой бальзам для губ от Maybelline Baby Labs. Для многих зрителей это не сильно известная, вернее, интересная даже штука, потому что в многих городах можно приобрести этот Baby Lip, собственно, но у нас в городе, к сожалению, нету Maybelline, именно Baby Lips, и я там как увидела, сразу его взяла, прям сказала, ты мой. А, собственно, он у меня с вишенкой, написано Cherry Mate. Надеюсь, он хорошо увлажняет губы. И также я себе приобрела две мои давнишние хотелки. Многие из вас, наверное, смотря на эти штуки, спросят у меня сразу, а что это? На самом деле, это два средства Sephora, которые называются Express Remover. Насколько я знаю, есть такие средства от Maybelline, но их достать лично мне просто нереально. Поэтому я их купила. Надеюсь, что все знают, что такое Express Remover, но кто не знает, я все-таки расскажу. Express Remover — это средство, что ли, для снятия лака, но в чем оно заключается? Вы открываете баночку, вот, и там будет внутри присутствовать губка. В которую, вот, у меня, кстати, сейчас французский маникюр, кому интересно, вот. И я когда его буду смывать с помощью вот этой штучки, допустим, я засовываю, вот, открываю баночку, засовываю палец и вот так вот кручу, и оно смывает лак, я в магазине уже пробовала, да, и там такая губочка, которая отлично смывает лак. И вот такое, короче, классное средство, такого красного цвета. И второй вот точно такой же, но в чем у них разница? Это для того, чтобы снять маникюр. Это педикюр. Кстати, я чек нашла, вот. Из этого магазина. Я, кстати, вот это для ног покупала потом в другой день. А Baby Lips, кому интересно, стоит, насколько я понимаю, 3,30 €. Да. А эти вот, короче, можете посмотреть, в принципе. Только один для рук, то есть, вот. Рядом с моим отелем было космическое количество магазинов. Даша, собственно, как всегда, не прошла мимо их. Да, я зашла в вот такой магазинчик. Нам дали вот такой кулечек. Тут, кстати, карта вот Родоса. Интересно, что же я в них купила? Купила две пары солнцезащитных очков. Вот. Значит, первые очочки. Это авиаторы. Вот, собственно, вот так вот они выглядят. Простите, отражается iPad в камеру. Вот так они смотрятся. В принципе, мне нравятся авиаторы. Да. И вторые. Не открывайте этот мешочек. Это у меня... Такие яркие очки. Кстати, мне что-то потянуло на какие-то яркие такие цвета, как вы можете заметить, собственно. Вот. Тут такие вот дужки ярко-салатового цвета. Вот. И вот так они смотрятся на мне, только iPad отсвечивается, поэтому сделаю так вот. Собственно, вот такие очочки. Кстати, из мини-покупочек я себе купила вот такую жвачку Trident Sense Watermelon Sunrise. Вот так вот она выглядит. В принципе, очень хорошая жвачка. И надеюсь, что она будет вкусной. Будет вкусный вкус арбуза. Также зашла я в вот такой магазин. Тут на кулечке опять же была карта Родоса. Я тут купила себе два мыла.
Чем славится Греция? Это оливковое масло. Я в прошлый раз ездила на Крит, я там купила себе мыло, а потом, блин, как оно вкусно пахнет, всегда-то говорила. Да, но я, к сожалению, купила там одно, а сейчас я купила два. Вот. Вот такое мыло. Olive oil soap, ванила. Это мыло, собственно, с ванилью. Вот. Оно очень приятно пахнет, да. Я просто балдею, фанатею, не знаю, как передать от этого запаха вот такое вот оно мне очень нравится. Я думаю, многие в курсе, что есть люди, которые называются лакоманьяки, а я называюсь бальзамоманьяком. Да, собственно, я не прошла мимо бальзамчиков для губ и прикупила себе два. Первый вот такой вот от фирмы Bomb Cosmetic Watermelon. То есть он у меня с арбузом, вот так вот он выглядит, собственно. Очень хороший бальзам. Очень приятно пахнет, да. Пахнет арбузиком. И тут, кстати, сколько миллилитров? Тут у нас 9 миллилитров. И у нас в городе нету, опять же, The Body Shop. И я как только его увидела, тут такие прям глаза стали. Я так туда начала бежать, в этот магазин. Надеялась найти какой-то бальзам с малиной, с клубникой и прочим. Но оставался только с апельсином. И я не пожалела, что его купила. Да, собственно, это вот такой вот бальзам The Body Shop с апельсином. Он просто безумно приятно пахнет апельсинчиком. Вот так вот он выглядит, такой перламутровый. Но на губках он смотрится прозрачно-персиковым. Запах это нечто, хорошо увлажняет губы, уже наносила его. И тут 12 миллилитров. Уже закупилась конфетами. Начну, наверное, с вот таких вот двух конфет от Хариба. Вот первая у меня с вишенкой, кому, кстати, интересно, они стоили по 2,50 евро, а колы, кажется, то ли 2,90, не помню. В разных магазинах брала. Кто смотрел влог, тот видел. Да, и вот так вот они выглядят. Это такие типа червячки. Но это не червячки, это вот такие как спагетти. Вот тут нарисован чувачок. Чувак. Поваренок, который ест, собственно, эти штучки, вот. Как спагетти. Они очень солененькие, кисленькие, я знаю. И вторые вот такие вот. Либо, опять же, этот чувачок. Чему опять чувачок? Он опять же повар, который ест, собственно, эти спагетти вкусненькие с кока-колы. И надеюсь, что они будут соленые, потому что я обожаю соленые конфеты. И, собственно, да. Также я купила себе на вид простые конфеты. На самом деле, я их попробовала. У меня не плакать захотелось, что я не купила еще одну пачку. Собственно, эти конфеты у меня с малинкой, с клубничкой или же земляничкой, с клубничкой и с вишенкой. Эти, собственно, конфеты сделаны для любителей всяких соленых, кислых и прям гипер каких-то ядреных конфет. Но они, на самом деле, они такие вкусные, вам не передать. Вот, тут они открываются, вот, и вот так вот они выглядят. Собственно, на, вот. Такие там внутри такие штучки, и они такие соленые, у меня прям глаза на лоб лезут, но я обожаю вот такие конфеты. Я так жалела, что не купила еще. Дура. Также зашла в вот такой магазин. Извините за шуршание пакета, что мне даже в комментариях иногда пишут, типа, чё ты шуршишь пакетами? Я по-другому, извините, пожалуйста, не получается показывать. Да. Я себе купила там вот такую вот шапочку. Вот так вот она, собственно, смотрится на мне. Очень прикольная шапочка. Там была еще черная, но я что-то хотела взять черную, но родители сказали, возьми лучше такую, Саша. Кстати, я какая-то странная. Сначала я была без ничего, потом одела очки, а потом шапочку. Странная или не странная? Какие-то новогодние видео я буду снимать в этой шапочке, но мне кажется, лучше сделать так. Также на свой iPhone 4S. Самый обычный, купила себе вот такой чехольчик миленький с мурфиком. Для кого-то он может показаться слегка детским, но мне он таким, мне кажется, он мне очень нравится. Такой прикольный смурфик, милый, он стильный. Вот так вот, собственно, выглядит, да. Клёвый чувачок. Но мне ещё не понравилось слово чувачок, и я везде употребляю его. В нашем отеле был вот такой магазин, который назывался Макровита Алиф Элия, вот. Собственно, я там кое-что купила. Я там себе купила Body Butter. Body Butter – это масло для тела. Но я называю это кремом. То есть, это не жидкое какое-то масло. И, кстати, оно очень просто, очень приятно пахнет ванилью. Вот так вот оно выглядит. Да, тут написано ванила. Оно так пахнет. Это вообще вот так вот пахнет. Я уже им попользовалась совсем капельку. Вот. И тут... Сколько миллилитров?
Большая бодя, такая тяжелая, 200 мл. Подойти к пацанам и так побалдеем. Этот боди-баттер просто потрясающий, и могу вам всем порекомендовать его. Кстати, запах не приторный, ванили, то есть запах еще и оливкового масла, и ванили и очень вкусный. Также в этом магазине нам дали два пробничка. Собственно, первый выглядит вот так, это Hydro Active Cream Live All and Sash, ну, короче, вот такой вот крем. Я думаю, что это тестер на увлажняющий крем, оливковое масло и шалфей, вот, для рук. А вот этот, это вокруг глаз... Крем для глаз, оливковое масло и масло авокадо. Вот. Два пробничка попробую, потом, возможно, расскажу в каком-то из видео. К примеру, видео о пустых баночках. Это разве баночка? И нам в этом магазине дали каталожек. Макровича ловили на русском языке. Вот. И тут всякая продукция. И сейчас покажу мой бодибаттер, где он тут был. Такие маски для волос, шампуни, мыло разные, гель для душа и прочее. Очень интересно, даже просто посмотреть каталог. Вот, собственно. Мама хотела, чтобы я взяла Sunshine. Сейчас я покажу, какой. Ну, короче, потом покажу. О, вот, вот он. Вот такой мама хотела, чтобы я взяла. Но я не послушалась. И взяла тот, который нравится, собственно, мне. Ха-ха. Этот вот с ванилью. Наверное, последнее, что я вам сегодня покажу, это вот такие вот конфетки. Одни я купила в подарок, одни, конечно же, оставлю себе. Вот сейчас я показываю, которые в подарок. Это конфетка Land T. Короче, они очень вкусные, такие шоколадки. Я сама такие обожаю, они с молочным шоколадом, черным, с белым и так далее. И они, в принципе, очень вкусные. И, кстати, я себе купила мочалочки, они такие пушистые, они такие хорошие, но, к сожалению, сегодня их не покажу. Так, собственно, кому понравилось это видео, не забывайте ставить мне палец вверх, подписываться на мой канал. С вами была я, Сандра Виталини. Всем пока. И покупок было большое количество, поэтому приношу извинения.